Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу абсолютно без вложений. SLT ADS, где мы собираем монетку SLT, а потом будем ее выводить на биржу. Значит, ну вот у меня майн баланс, друзья, 129 монеток уже. На рекламном счете у меня 18 монет, комиссионных у меня 4 монеты, ну и трафика 0.04 и поинтов 260 поинтов. Что я хочу сказать? Значит, ну, как зарабатывать, я показывала в прошлом видео. Я просматриваю рекламку, 26 рекламок, и просматриваю YouTube видео. За это начисляют вот эти вот поинты. А ПТСки вот сюда капают. Я хочу купить один рекламный пакет. Значит, здесь можно делать апгрейд. Но апгрейд — это дороговато. Самый минимальный апгрейд сделать, если купить членство, 1000 монеток вот этих. Но пока без вложений тут их насобираешь, конечно, это много времени пройдет. Здесь можно покупать пакеты. Вот это SLT Power называется. Это AD пакеты. Ну, вот мы, есть у нас проекты, где мы покупаем пакеты, да? Нажимаем. Так, я не сюда нажала, друзья. Я нажала Surf. Вот SLT Power. Подождите. То есть вот SLT Power. Значит, смотрите. Один рекламный пакет стоит 100 монеток вот этих SLT. Что он нам дает? Он нам дает 100 визитов ПТС АДС по 10 секунд, баннеры 468/60/100 и дает баннеры по 125/125. Плюс мы возвращаем не 100 монет, а 125 монет. Нам возврат идет 125%. Здесь выбираем количество. Сколько ставим? 1, 2, 10 пакетов. Значит, здесь вот SLT Power. И здесь мы выбираем баланс какой-то. Так, Пуршаз баланс. И Паумент баланс. Это с процессора мы напрямую с кошелька. А вот это майн баланс. Мы, у меня на майн балансе. Я не стала уже никуда их переводить, раз можно так. И я один пакет покупаю. Нажимаю. Так. Биофор реферал. Это что? Нет, это не то. Так, ну ладно, вот сюда нажимаю майн баланс. И посмотрим, что у меня. Все, зелененьким загорелось. У меня куплен один пакет. Сейчас я зайду в кабинет, посмотрю баланс свой основной. У меня на балансе стало 29 монеток. Я возвращаюсь сюда, SLT Power. Теперь мы будем загружать рекламку. Как загружать рекламу? Нажимаем сюда, не сюда. Здесь вот тоже, что он нам дает. Это все просмотреть можно, как бы. Статистика. Сюда мы прописываем название проекта, который мы хотим рекламить. Сюда описание. Сюда прямую ссылочку. Я все подготовила. Значит, описание. Сюда название проекта. Описание не обязательно. Описание не требуется. Это по желанию. Не знаю, пройдет у меня описание или нет. Так, на всякий случай. Сюда реферальную ссылочку. Так, вставила. Сюда кликаю.
меня перебрасывать на страничку, и мы будем просматривать, как будет смотреться наша рекламка. Все, мы видим, все адекватно у нас. Наша ссылочка работает. И закрываем. Сюда далее, все, видите, все исчезло. Можно добавить баннер за 468 на 60 или 125 на 125 на ADD. Можно или сам баннер, или URL баннера. Как бы ссылочку на баннер. Вот у меня баннер где-то скачан. Вот он. Так, представьте. И что? Вот мой баннер. Видим, да? И нажимаю Gratte. И все, вот у меня зелененьким загорелось. Мой баннер работает. Можно добавить две, как бы, два баннера. И этот. Ну ладно. 125 на 125. Вот написано, что он не добавлен. Далее, смотрите, опускаемся ниже. Ваша компания. И вот моя рекламка. Дубльстрим проект. Активный статус. И вот он работает. Значит, здесь управлять. Здесь также будет показано кликов. Вот. Далее, что мы теперь будем делать, друзья? Мы загрузили вот эту рекламку. Нам теперь нужно в день просматривать 10 серфинга. Так. Нажимаем. И ежедневно мы просматривать должны. Вот таким вот образом можно наращивать пакеты. 100 рекламы кто-то просмотрит также. Кто-то вот рекламит. И что у нас здесь? Листик. Отправить. И все. У нас как бы просмотрено. Идет следующая рекламка. Сейчас я поставлю на паузу и просмотрю всю рекламку. И я просмотрела 10 рекламок. Перезагружаю страничку. Вот у меня 10, видите, здесь стоит все. У меня серф просмотрен. 10 из 10. Я на сегодня просмотрела. Мне осталось просмотреть 2 видео. Это я сделаю чуть позже. Так, вот, вот 2 видео. И ПТС-ки просмотреть. Вот эти видео мне недоступны. Задания я тоже не лезу. Их не выполняю. Вот. Вот таким вот образом. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Здесь топ-5 континентов, друзья. Я вот сегодня обратила внимание, когда я регистрировалась. Здесь все иностранное. Ну, иностранцы были. Теперь здесь появилась, смотрите, Российская Федерация. И появилась Украина. Вот. Осталось добавить Казахстан, Белоруссию и все в сборе. Вот. Ну что, на этом буду заканчивать. Продолжение, естественно, будет следовать. Буду продолжать мониторить этот проект. Монетка, хочу сказать, довольно-таки интересная и стоит к ней приглядеться. Так как 1000 вот этих монет, это где-то порядке 10 долларов, так как цена у криптовалюты плавающая, то поднимается, то падает, ну где-то так. И вот здесь есть мини-чат, и как бы люди задают вопросы, отвечают, я также задаю вопросы, все на английском. Вот, до новых встреч.